Кооперация как ключ к диалогу. В китайской столице прошел форум, посвященный сотрудничеству КНР с другими странами в области производства фильмов. На него съехались ведущие режиссеры и кинопрокатчики из США, Великобритании, Индии и Европы. Встреча прошла в рамках международного пекинского кинофестиваля, который проходит в эти дни в китайской столице. Участники обсуждали, каким должно быть кино, рассчитанное на мирового потребителя, и что влияет на выбор аудитории. Сегодня китайский кинорынок является вторым по производству в мире и первым по количеству зрителей. Только в прошлом году жители КНР сходили в кино почти 1,5 миллиарда раз. Вы должны учитывать интересы друг друга и постоянно вести диалог. И чем больше общих точек соприкосновения, тем лучше. Если же вы не хотите искать компромисс, забудьте об этом. Деньги всегда диктуют нам правила игры, но настоящее искусство должно стоять особняком от бизнеса. И я счастлив сказать это здесь, в Китае. Ведь Китай — это место, в котором сегодня происходят великие дела. И на Китай у нас всех одна большая надежда. Я верю в то, что именно Китай в ближайшие годы станет главной площадкой по созданию настоящего авторского кино. У вас есть для этого все предпосылки.